Всем привет! Вот сегодня посмотрим от Крутого Папана многие серии. Смотрите, короче, недавно мы посмотрели вот эту серию. Да, мы недавно посмотрели вот эту серию. Ну, правда, да. Да, мы недавно посмотрели вот эту серию. И вышло тут еще много серий. Вышло Страшная тайна в игре Побег от тюрьмы Барри. Кто не знает, это есть такая игра в Роблоксе. И мама-киллер выживает в поста. Ну, вы поняли, короче. Но, кстати, голос мамы-киллер поменялся. И вот недавно, 2 часа назад, вышла секретная дверь Барри. Все серии подряд. Страшная история в Роблоксе. Сегодня мы посмотрим вот эту серию и вот эту серию, да. Эту серию мы посмотрели, сейчас будем смотреть эти серии. Давайте посмотрим. Первая серия какого-то сериала. Так, окей. Смотрим. Всем, меня зовут Алекс. И это моя история, как я попал в тюрьму Барри и узнал там страшную тайну. Я никогда не был бандитом или хулиганом. Поэтому я не знал, что делать, когда эти отморозки начали издеваться надо мной. Жестко издеваться. Они разворовали все мои вещи, даже мамины пирожки. Но это были только цветочки. У ворот нас встретил тот самый начальник тюрьмы Барри. Он сказал, что теперь он наш царь и бог. Один из заключенных попытался подорвать авторитет начальника, но быстро за это поплатился. Выворачивайте карманы! Личные вещи запрещены. Затем последовала унизительная процедура помывки нас ледяной водой. Мою одежду отобрали и выдали отвратительную тюремную робу. Пора на исправительные работы. Все заключенные в этой тюрьме обязаны были заниматься трудной рутинной работой. Меня пригнали к конвейеру и заставили собирать полицейские дубинки. Плохих работников я наказываю. Слава Богу, пронесло. После работы нас вывели на прогулку. Заключенные быстро нашли себе занятия, а я спрятался в угол, чтобы не привлекать к себе внимание. Ну что, наш чушпан заскучал? Ща исправим. Помогите, охрана! Куда? Тренировка еще не закончена. Капец. Нас привели в камеры. Я очень боялся, что меня поселят вместе с каким-нибудь головорезом. Ведь я совершенно не умел постоять за себя. Так. Только не
убивай! Эндрю, а я Алекс. Располагайся. К счастью, мой сосед оказался вменяемым мужиком. Я выдохнул с облегчением. За что заехал? Я рассказал ему свою историю. На воле я был обычным официантом в кафе. Работал честно и добросовестно. С другими официантами у нас был уговор. Складывать чаевые в банку, а потом делить их пополам. Как-то раз мои напарники решили меня подставить. Они украли все чаевые, а банку подкинули в мой шкафчик и вызвали копа. Я ничего не крал! Отпустите! Несмотря на все мои оправдания, ленивый судья не стал разбираться в деле и отправил меня за решетку. Моя бедная мамочка осталась дома совсем одна, без денег. Вот уроды! Ребята, а у вас были друзья, которые обманывали и предавали? Напишите в комментариях. И мне никто не предавал. Держать, свиньи! Нас привели в столовую. Меня чуть не вырвало от мерзкого запаха тюремной баланды. Вкусная еда сегодня достанется тебе. Опять не фартануло. Это что за лотерея? Каждый день одному из заключенных дают вкусную еду, остальным баланду. А что там? Вторая кухня? Почему Барри вынес вкусную еду оттуда? Не знаю. Барри даже охранников туда не пускает. Неудобно. Уже скучаю по своей кровати. Привыкни. Тут постоянно пропадают заключенные. Пора на работу. Браво, Крэд. Как скачала, как посмотрела. 233. Я прям это вообще. Так ему не надо. Мы с Эндрю стали настоящими друзьями. Договорились держаться вместе и помогать друг другу.
Алина говорит. Не верит. Не верит. Как-то раз ночью я не мог уснуть из-за храпа Эндрю. Что за беседа просто? Весь идут все с классами. Вдруг в коридоре я увидел Барри и на всякий случай прикинулся спящим. Оказалось, Барри вытащил заключенного из камеры и куда-то потащил. Я не понял, что это было. Почему тот парень не проснулся? Мне стало страшно. Эти мысли целый день не давали мне покоя. После работы я рассказал о случившемся Эндрю. Поэтому парень выпал в пустыню. Точно! Как и тому человеку, который пропал вчера. На ужин! Не до того. Мне как бы это менять, знаешь, всю специфику работы. Одно дело я закончила, если бы я закончила где-то... Вкусная еда сегодня достанется тебе. Опа, все. Кстати, до 7 дней назад был. Интересно, будет новая серия про вот это вот? Очень интересно будет. Следующая серия — «Мама киллер». Так, окей, 1 день назад. Окей. Вчера она вышла. Кстати, я тут вам скажу, в этой серии прокачалась графика и изменились голоса мамы киллер. Вот, смотрите. Вот, видите, сразу графика поменялась. Сразу понятно то, что графика поменялась. Смотрим. Стоят челы, охраняют. И тут дерево. Опа, мама киллер. Опа, все. Да. Вот знаете, сразу видно то, что графика поменялась. Вот прямо сразу видно то, что графика поменялась. Правда? Вот видите, видите, у мамы киллер поменялся голос. Сразу видно то, что голоса изменились. Её ищешь? Отпусти мою дочь! Эта история начала, когда семья Смитов уехала... Ну, блин, а, кстати, Смитов, вы знаете то, что голос деда не изменился? А вот голос других персонажей почему-то изменился. Почему? Почему? Все голоса изменились почти. Уехали. Опа. Майк вообще сейчас профи по работе, потому что он сколько раз работал. Лара умеет это делать. У вас есть опыт работы? Внучок, я когда начинал работать, ты еще не родился. Вот помню, до войны мы вместе с Альбертом...
Эйнштейном первые в Роблоксе проводили эксперименты с ураном. Проверяли воздействие радиации на разные предметы. Так, а то что он умер? У нас даже получилось создать аниматроника. Из аниматроников, бегающих в колесе, получилась электростанция. За эту разработку нам дали Нобелевскую премию. Вы приняты. Я вас не подведу. Так, подведешь. Тревога. Срочно выключите реактор. Взрыв реактора через 10, 9, 8, 7. Бам. Как в Чернобыле. Все вокруг получило смертельную дозу радиации. Как в Чернобыле. Промоктеры в зоне ядерного взрыва. Без паники. Ожидайте эвакуации. Сейчас зайду в Сталкрафт X и узнаю, что это? Сталкрафт X! Крутейший ММО-шутер от первого лица. Огромный мир Чернобыльской зоны отчуждения. Я понимаю, конечно, но мне это не интересно. Баланс между четырьмя группировками нарушен приходом новой фракции. Опальная угроза. Не, не, спасибо, 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 детально показано, как надо обустроить убежище. Мы сделаем так же. Вся семья Сусов закатала рукава. Приложив немало трудов. У них получилось превратить грязный подвал в неплохое убежище. Так же, как в Сталкрафт. Лара сшила противогазы. Теперь они могли устраивать вылазки наружу для добычи необходимых ресурсов. Конечно, берем самое важное, а не вот это вот. Берем обязательно вот эти вот в баночках, потому что они могут почти вечность прожить. Бобы это главное. Ой, блин, что с тобой? Это из выживших. Только совсем. О, какой вкусный хлебушек. Ой, как красиво. Наконец-то все наладилось. Нет. Руки вверх. Все. Так. Похочет, хочешь, хочет, извиняюсь, сделать жену себе. Спокойной ночи. Ложись! Знаете, мне так нравится новый голос Лары. Капец. Ага. У них оружие, тебя просто расстреляют. У тебя же нет пушек, которые остались у тебя дома. Они такие подготовленные, то явно играют в Сталкрафт X. Я их вычислю по IP. Точно! Вот помню на войне. Заткнись! Да заткнись ты! Заходи в игру!
научишь меня всему. Стоп, а откуда у них интернет? Интернета же нету. Аукциона. Покупка строго за внутриигровую валюту. Донат не нужен. Майк по IP вычислил местоположение бандитов. Их база оказалась далеко за городом. Будем на связи. Лара раздобыла необходимую экипировку и вооружение. Бойтесь, отморозки. Мама-киллер идет за вами. По дороге Лара с наслаждением любовалась миром постапокалипсиса. Мама, прием! Ты где? Иду по рельсам. Будь осторожна, там могут быть аномалии. Вот и это и аномалия. Это небольшое пламя посреди дороги? Да, это аномалия, как стал прав Икс. Активируй ее чем-нибудь. И аккуратно обойди. Вау. Май, я нашла какую-то странную светящуюся плиту. Это артефакт. Возьми с собой. Может пригодиться. И вот и то, что и было. Кажется, я на месте. Вот то же самое все. Да. Да. Это щит. Летите, я останусь здесь. Вот. Мне нравится этот мир. Я теперь сталкер. Вот и все. Теперь мама киллер без них. К сожалению, она там будет жить, может, там и умрет. На связи зато будут. А ты сможешь стать таким же крутым, как мамуля? Не откладывай путешествие в зону отчуждения на осень. Переходи по ссылке в описании. Почему это? Ну, короче, мы посмотрели, но мне очень жалко то, что мама Киля теперь будет сама тут обитать. И следующее у нас идет, это 2 часа назад. Кстати, ребята, мы недавно, ну, мы давно посмотрели «Кабан и гвоздь» сериал, но мы не посмотрели полностью «Мама киллер». Полностью «Мама киллер». Мы почти там... Ну, мы почти все посмотрели, там мы чуть-чуть не досмотрели «Мама киллер». Я вам обещаю. Мы досмотрим «Мама киллер», посмотрим «Папа Зек» и все в этом роде. Но сейчас мы посмотрим «Секретная дверь», «Барри», вторая серия. Ну, там все серии. Кто любит крутого папана? Все любят, он крутой вообще. Кто же не любит его? Привет всем. Меня зовут... Алекс. И это моя история. Так, мы пропускаем на 10 минут вроде бы. На 10 минут пропускаем. Да, все.
мы пропустили на 10 минут. Почему? Потому что это весь ролик один. Короче, просмотрели на 10 минут. Просмотрели. Так, следующая серия. Угу. Он это говорил уже. Вкусная еда сегодня достанется тебе. Нет, только не это. Продолжение. В тот момент меня поразило. Продолжение. Я понимал, что это мой последний ужин. Давай сюда. Я был в шоке от смелости Эндрю. Он спас меня. Но сам оказался в опасности. Угу. Что же теперь делать? Что-нибудь придумаем. В камере мы придумали план. Когда Барри потащит спящего Эндрю, я прослежу за ним по следу от зубной пасты, и мы вместе пытаемся сбежать. Мне страшно. Не переживай. Прорвемся. Так, смотрите, похоже, в гамбургере было ослабительное. Вот смотрите, тут, наверное, тоже на 10 минут. То есть на 20 минут будет сюда. Ну, почти на 20, я думаю. Так, окей, спит. Ночью пришел Барри. Я притворялся спящим. Барри схватил Эндрю и потащил из камеры. У меня получилось выйти, пока дверь не закрылась. Трюк с зубной пастой сработал. Я точно знал, куда мне надо идти. Незаметно проскочив мимо охранника, я последовал дальше. След от пасты привел меня в столовую. Затем я увидел, что Барри потащил Эндрю в ту самую секретную дверь. Поборов свой страх, я пошел дальше. За этой дверью я как будто очутился в старинном замке. В одном из коридоров я увидел камеру. О боже, осуждаю. Я чуть не закричал от ужаса. Мне было страшно даже представить, что тут происходит. Свет оборвался перед какой-то странной дверью. Я тихонько заглянул внутрь и ужаснулся от увиденного. Эндрю был прикован к какому-то непонятному аппарату. Его душа довольна? Вкусно покормил? Да, бабуля. А снотворное не забыл подсыпать? Не забыл. Я же говорил. Давай быстрее. Спина болит. Сейчас будешь как новенькая. Барри включил аппарат. Эндрю затрясло. Он начал бледнеть. А у бабки появился румянец. Тогда я все понял. Барри высасывает из заключенных жизненную энергию, чтобы эта бабка могла жить. Когда Барри ушел, я тихонько проник внутрь. Эндрю был уже совсем плох. Я не понимал, как его спасти. И решил сломать этот проклятый аппарат. Всю комнату озарило ярким светом. Я выдернул Эндрю из кресла. Сломанный аппарат начал высасывать жизненную энергию из папки. Что происходит? Помогите! Пускай она умрет. Эндрю, очнись! Где я? Что случилось? Ты чуть не умер! Спасибо, друг! Ты меня спас! Из-за сломанного аппарата бабка превратилась в жуткого монстра. Эндрю погиб. А мне оставалось лишь только выжить. Всё. Капец. В той ночи я удирал от монстра по секретному подземелью. На моем пути встретилась пропасть с раскаленной лавой. Я как кузнечик прыгал по камням, стараясь не упасть вниз. Нифига себе, она яркая. Монстр следовал за мной по пятам. От лавы стоял невыносимый жар.
Я облился потом, но из последних сил продолжал бежать. На подвесном мосту старые доски ломались под моими ногами. Кое-как преодолев препятствие, я надеялся, что монстр провалится в лаву. Но, увы, бабка перебралась на мою сторону по веревке. Погоня продолжалась. Я что есть сил карабкался по трубам. Так, окей. Я заметил в стене большой красный вентиль и понял, это шанс. Выждав нужного момента, я выкрутил вентиль. Разбила с ног мощной струны. Чё за фигня? Где бабуля? Нет твоей бабули. Ему кто-то помог. Тебе крышка. Подъем, обалдуи! Заключенный сбежал! Я добрался до какой-то странной локации. Вместо стены там был обрыв и куча бетонных глыб. Расстояние между ними было слишком большим, чтобы перепрыгнуть. Я завис в ступоре. Хлебзики! Кто играл в эту игру? Что мне делать? Подскажите! Там выпей. А? Сдайся, Барри, выпей. Были комментарии. Сдайся, Барри, выпей напиток молнии. Да. Прочитав комментарии подписчика, Опа, я же говорил. Ой, какой вкусный. Можно мне тоже? Хорошенько разбежавшись, я стал преодолевать это препятствие. Эффект молнии напитка закончился как раз на последнем прыжке, и я устремился по лестнице ведущей. Надо туда залезть. Чтобы спрятаться от охранника, я пополз по вентиляционной шахте. Там было много мерзкой паутины. Труба не выдержала моего веса, и я провалился вниз. Беглый заключенный! Повар атаковал меня из базуки, которая стреляла едой. Ахух! Я уворачивался как мог и чуть было не попался. Но в последний момент мне очень сильно повезло. Подняв голову, я не мог поверить, что остался жив после такой... Возьми пушку! Прихватив базуку повара, я отправился на поиски выхода из тюрьмы. У меня получилось незаметно миновать всех охранников и выбраться из здания тюрьмы. Свобода была совсем близко, но вдруг послышался скрежет гаражных ворот. Из гаража вышел гигантский робот. Кстати, это было в игре. Я застыл в шоке. Это да, это было в игре, я вот помню. Надо его победить. Использовав тюремный автобус как щит, у меня появилось время, чтобы привести свои мысли в порядок. Барри запустил свою пушку и мощным выстрелом уничтожил мое укрытие. Из базуки повара я открыл огонь по противнику. После нескольких успешных попаданий одна из пушек робота отвалила. Тогда я понял, что эта железная громадина уязвима. Барри неистово пытался меня поджарить,
минуту я двигался быстрее неповоротливого робота. Сделав еще несколько точных выстрелов из базуки, я обезоружил робота и начал палить по его корпусу, то есть мочи. Он попытался задавить меня гигантскими ногами, но не успел. Громадная железяка взорвалась вместе со своим хозяином. В тот момент я ощутил сладкий вкус победы. Теперь ни один заключенный этой тюрьмы не пострадает от рук кровожадного Барри и его бабки. Сынок, ты вернулся! Я еще никогда не был так счастлив. Пройдя все испытания и разгадав страшную тайну тюрьмы Барри, мне удалось вернуться домой. Насладившись бесподобными пирожками моей мамы, я сладко уснул в своей мягкой постели. Мне кажется, короче, бабка умрет. Это капец, она все-таки вернулась. Ладно, ребята. Вот такие вон, вот у нас получились три ролика. Это страшная тайна и мама-киллер. Вот это все мы посмотрели с вами. Я успел. Выйдет ли вторая серия про вот это вот? Не знаю. Конечно же, потом с вами, где это было. Где? Вот, мама-киллер, мы обязательно досмотрим, только уже в других роликах, потому что у нас ролик и так уже на 37 минут. Ну и буду прощаться. Всем пока-пока!